Всем привет, ребят. Ну что, очередной у нас будет топ-контент. Будем испытывать Минотавра вот с таким вот талантиком, с грубой силой. У меня был Минотавр с БВшкой, потом мы ему поставили железную волю. Ну, я, кто видел на стриме, выбил себе две грубых силы лишних и решил поставить на Минотавра и уже протестировать, как он будет с грубой силой. Конечно, железная воля все-таки будет для него самой топовым. Почему? Потому что тут идет защита, иммунитет к оглушению, страху, эффектам, снижающим энергию. То есть это самый топовый талант для этого героя. Ну и грубая сила, в принципе, она идет как бы вторым талантиком. Она будет увеличивать ему дамаг. Ну, соответственно, он должен критовать. Так, рунами у нас будет ремочка. То есть такая вот сборочка 10-10. Теперь мы сюда ему обратно поставим слона, чтобы у него была хоть какая-то защита от стана. Поставим его в топор. По снаряжению тут стоит победный выпад. Ну, я недавно уже ролил созвездие. У меня была вот атака на ролина, но она по сути нам уже сейчас не нужна. Нам надо менять все на крит. Сейчас мы быстренько поролим ему крит. Хотя бы приблизительно что-то выролим. Потому что надо, чтобы он крит урон. Мы пока крит урон трогать не будем. Нам надо побольше наролить 5-го крита. Так как у него еще нету 12-го скилла, то, конечно, все будет очень печально. Без крит удара. Так, четверка. Ну, а вы должны поставить лайк, потому что делаю такие обзоры именно для вас, как бы все делаем, трешуем, ищем какой-то имбовости в героях. Так, отлично. Пятерок таки нету. Зато падают другие таланты неплохие, которые мы сливаем, потому что они нам не нужны. Так, уклонение тоже не надо. Так, еще один, точность. Крит сопротивления, по сути, ему тоже не надо. Ему надо либо крит, крит урон. В данном случае сейчас крит удар, чтобы больше крита было. Крит урон у него и так увеличен. Но можно еще будет его увеличить. Сейчас посмотрим, как нам попрет дальше. Мы убрали полностью весь урон с него. Будем сейчас тестировать именно такую сборку. Так, не то. Так, пятерка есть. Ну, еще две осталось. И пойдем тестировать. Ничего себе, отлично. Жизнь. Ну, жизнь ему, к сожалению, не надо. Лучше... Крит сопротивление 5 тоже не надо. Атака не надо. Хотя можно было, в принципе, крит сопротивление 5 жизнь. Нифига, сделаем. По нормальному что-то потратим больше, но... Не будем ставить хлам. Атака. Ладно, сделаем атаку. Так, отлично. Смотрим, что у нас получилось в итоге по статам. Мы имеем 450 крит удара. То есть показатель довольно-таки уже неплохой. Если бы, конечно, он был на 12-м, у него дополнительно еще с бонуса судьбы бы прилетело неплохо. Также у нас 20% шанс крита от топора. Топорчик идет. И имеем 30% на увеличение атаки. Если бы у нас было, у нас еще был бы дополнительно крит от бонуса судьбы, плюс 80. Ну, это будет
когда ему откроют следующий скилл. Ну, поехали потестируем изначально в рейде, посмотрим. Конечно, надо сейчас найти расстановку без... Ну, как видите, вроде как и критует, но опять же не видно всего. Некоторые цели бьет. Сейчас перейдем на подземки. Так, Бигфут. Так, в принципе, у нас тут ворожай. Так, все, обезвредили. Ну, давайте попробуем забежать, посмотрим. 77. Ну, неплохо. То есть, по сути, там, где он критует, он здание сносит сразу. Сейчас пойдем на подземках, проверим. Но то, что я сейчас тут вижу, уже неплохой результат. Так, успеет. 35% юниты были. Железная воля, конечно, явно ярче получается. Но тут за счет крита, возможно, он лучше будет на подземках. Но опять же, я бы в первую очередь ставил все-таки железную волю. Так, сейчас мы юнитов, я надеюсь, уберем. Не, скорее всего, не успеем. Ну, 93%. Очень-очень интересно. По сути, неплохо, очень даже неплохо. Так, пробуем еще убрать. Ну, это тут, это не то немножко. Давайте идем на подземки, посмотрим на подземках. Так, жестокая. Попробуем с ворожаем. Ну, ворожай будет ему немножко давать и удар. Но смотрите, в районе миллиона крит вылетает. Не, явно круче бьет. Да, и критов хватает. Ну, не знаю. Вроде так, на первый взгляд, неплохо. Так, а ну-ка сейчас попробуем. Сейчас уберем юнита. Если сможем, конечно же. Так, смотрим. Вот смотрите, сколько критов получается. Это учитывая то, что столько критов, соответственно, каждый его крит-удар
Да, это походу огонь будет. Единственное, что ему рунами поставить железную волю и в принципе все. Смотрите, как криты идут хорошо. Пять критов хватает с головой. Так. Хорошо, теперь давайте попробуем, потестируем его, поставим рунами железной воли. Так, сейчас мы найдем пятую железную волю. Кого-то я тестировал с ней. А шапку тестировали. Так, теперь у него есть защита от стана. Максимальный, по сути, урон будет. Так, оставляем ворожея. Купидон. Хранитель тыква. Так, тут мы поставим Анубиса. Так, такой вот Анубис. У нас будет хранитель с ремкой. Так, хранитель собран, Минотавр есть, Купидон. Пусть будет так. Так, ладно, без, в принципе, нормально. Поехали. Поехали. Наседь мои кошмарки. Так, давайте сразу 7-9. Без магии, конечно, это все хорошо, но надо магия. Так, магия, магия, магия. Есть, поехали. 7-9. Одна из таких самых проблемных для многих. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится с критами. Так, раз, два, три. Да, по-моему, он жестко сносит. Да это просто жесть. Да ну нахрен. С первого раза на 3 звезды. Это, наверное, самый лучший результат моего прохождения этой подземки. Просто тупо нехрен делать. Сразу 3 звезды. И такой урон я, как вижу, ну... Я обычным Анубисом столько не наносил железной волей просто. Так, еще раз. Ну, это я, конечно, втыканул.
Ну это просто жесть какая-то. Это действительно имбище получается с грубой силой. Смотрите, он ратушу просто нахрен разнес. Это просто жесть, что творится. Ну, не знаю, как по мне, он с одной тычки выносит здание. Да. Сейчас потестируем, просто поменяем талантик ему. Ну, по-моему, это оно. Просто разбивает. Ему надо просто второй раз ударить и все. Вот криты. Но это уже не под разгоном. Вот тут анубисы улетают раз на раз. Просто жесть. Ну, ради интереса сейчас поставим. Поменяем ему талантик. Посмотрим разницу. Так, а теперь делаем вот так. Тут поставим просто римку обычную. Вот такая стандартная, как бы более-менее сборка. Тут заметно, что именно такой мощный урон. Да не, разница заметна очень. Смотрите, разница по зданиям. Вот он второй раз ударил, но все равно по зданиям видно, что просто тупо не дотягивает. А тут именно мощно нахрен все выносит. Еще разок тест. Но не дотягивает по урону. Очень заметно. Если ремка стоит. Если поставить грубую силу, возможно, будет получше. Но все-таки грубая сила так получше смотрится, чем рунами. Ну-ка, ставим назад. Еще один тест. Тут понятно, урона больше будет. Если поставить еще сюда. Так. Мне сама суть, что в таком варианте просто жестко разница видна. Если мы туда грубую поставим, тоже, в принципе, должен нормально дамажить, но с грубой на максимуме поярче все-таки смотрится. Плюс крит. Ну, смотрите, сразу центр роняет. Вот он сейчас второй заходик. Ну-ну-ну-ну, ударь. Ну просто жестко, смотрите, что делается. Да не, это жесть какая-то. 100%. Узронь. Просто жесть. Очень круто смотрится все-таки. Грубая сила ему тоже офигенно подходит. Идем сейчас посмотрим на шестой кошмарке. 6-10. Тоже интересно посмотреть.
Так. Раз. Два. Просто жесть. Конечно, дикость какая-то, как он дамажит. Ну-ка, на 7-10. Так. Надо было все-таки с тыква начать, ну ладно. Попали немножко мы в кулдаун. Еще разок заходик сделаем. Стыковки начнем. Но все-таки разница очень заметна. Как по мне, то даже если мы железную поставим грубую силу рунами, это немножко будет не то. А вот грубая сила и железная воля. 7-9 просто, блядь. Как будто это не подземка, не знаю. Ну, попробуем отсюда пробежать. Стыковки кинем всех. Так, ну убей. Ну он жестко бьет. Тут ничего не сделаешь. Ну. Дайте еще раз ударить ему. Ну, не туда ты пошел. Тут, конечно, эти ничего не сделают, но разница в уроне очень заметная. Даже не знаю. Просто жесть. Ему еще и Афину на крит. Там вообще будет огонь. В принципе, ему и так крита хватает. Вот смотрите, как сносит здание быстро. Да, это, конечно, жесть. Так, а ну-ка еще поищу его. На чем-то таком, на обычное. Хотя, что тут на обычное ему делать? Так, это не то. На жестокое 4. А тут, в принципе, пофиг, какая подземка, он их все может ушатать. Но по урону очень дико бьет. Крита ему вполне хватает и... Да ну нафиг, это просто огонь. Надо будет пробовать без тыковки бегать с ним. Ради интереса попроходить подземки. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса. Это просто огонь, ребята. Да. Всем пока.